own hands. This is Bazaliya, the little shtetl of my forefathers. Значит, это Зейн Гласби, она из, ну, они все из Америки, но Зейн знакома с вашими родственниками. И у нее дедушка отсюда. Узнали? Что я называю? Швестерки. Швестер, да. This is her sister. Абрама. Шана, это моя сестра. Yeah. Шана is her sister. Her sister, right. Mm-hmm. Meine Familie von Bazaliya, and this picture was taken in Bazaliya in 1910. That is. Mm-hmm. Did they spend the war years here? Вы были в эвакуации, да, во время войны? Были в эвакуации, да. Тут было 76 семей евреев. There were 70 families of Jews. И кроме нашей семьи, мы эвакуировались, мама нас вывезла, вот. Ну, я уже была, я уже окончила 10 классов, вот, и все, и старшие сестры, и сестрин мальчик был с вами. Ну, а там пришлось страдать в эвакуации. А все остальные здесь погибли? А? Все остальные здесь погибли, да? Все остальные семьи? Все погибли, все. Я была везде. Я была в Средней Азии. Сразу на Кавказе. Сразу Кавказ нас подобрал. Жила в колхозе. В колхозе была тоже, надо было страдать. Мы ничего не брали с собой, были раздеты. А колхоз послал меня на окопы. Пришлось в холоде быть, даже вывести трусы даже не было на меня. She was, надо было работать. She was sent by colchose. А потом к Кавказу стал подходить немец сюда. Колхоз записал меня и Чарну, то, что она сейчас в Америке. И мы гнали колхозный скот. Три месяца мы гнали до самой Махачкалы колхозный скот. They were the only family who evacuated. All the others of 70 families died here. Here in Antonin. Гнали. Там их там... Но их там расстреляли. Антонин у нас есть там. Yeah, they were... Вот. Yeah, да, там, но по дороге тоже они стреляли. По дороге, когда их вели пеши, вот. Так вот мою бабушку дорогу так нам же рассказали, когда мы приехали в 78 год, и ее прикладом дали, ей прикладом и она упала. Еще некоторых таких вот. Кто не мог дойти до этой пеши, надо же идти в другой район. Вот. А там их, вот, я когда приехала, что там могила даже в этой Антонине нам сказали, что есть там Антонины, вот, там есть могила, там, где их всех туда будет. А в 44-м году мы пеши свой товец, вот, на Хмельницкую проезжали, пеши пришли домой, вот, а мы когда ехали, так сестра у нас была, так ее пока не пускали, нам дали эвакуалистские, ей не дали. А мы ребенка 2.5 года забрали с собой. На плечах пришли пеши, мороз, боса, платка нету на себя, ничего нету. Ну и дошли домой. Дошли, нашего дома уже не было. То был бабин дом там, то мы там поселились. Тоже окна уже не было, ничего. То там нам кирпичами там закрыли там те окна. Is that house still standing? Нет. Наш дом не сохранился. Ну, тот, в котором вы жили, бабушки. Мы жили в бабушке, этого дома уже нет. And did the sister who wasn't allowed back ever come back? Эта сестра, она поехала, она эвакуировалась, только она не попала в нами. А назад, она потом позже вернулась? Она потом вернулась. Later, she returned later. Потом она вернулась, а мы мальчика сохранили ей маленького. Вот. Она потом приехала, вот, муж погиб на фронте ее. Вот. Ну, а нас уже поселили тут, пришли, чтобы я шла на работу, а у меня нет зима, а у меня нет ни сапог, ни платья, ничего нету, куда я пойду. Пришли из военкомата, просят меня на работу, потому что... Те, которые были про оккупации, так тогда было, не брали очень там в таких учреждениях. Вот. Ну, а потом я пошла работать, и
все равно я пошла работать. Иду на работу, выбежала одна женщина, платок меня одела, видит, что я иду без ничего. Другая, еще чего-то. Ну и так мы сохранились и все. А как этот дом к вам попал? Мы построили уже с мужем. Он приехал с армии. Приехал с фронта, у него была очень большая семья, все погибли. He had a big family and they all died. Всех расстреляли, братья было, вот всех. Он остался один на фронте. И приехал, а некуда, куда он пойдет? А мы уже жили там, дяди. And there was nobody. Он пришел туда, и мы поженились с ним. И что ты плачешь? Остался один, такая большая семья была. He had a very big family. Let's change his mood. When you saw her the first time, did you know she was the love of your life? И он знал меня еще до этого. He knew her before the war. Oh, да. He was from the same place. So when you were at the front, you thought of her? Он писал мне письма. Oh. Поженились тут. Он когда пришел с фронта, я вижу, идет. Я была на работе даже, и вот не было, а он пришел. И там один говорит, что тут есть одна семья. И взял и привел ее. Я прихожу в обед, а он есть у нас. Вот. Mm-hmm. Ну, я иногда-то я смеюсь, я говорю, ты приехал прямо ко мне, как знал, что я буду твоя. Он говорит, я не имел куда идти, ну куда мне идти, когда у меня нет ни дома, нет ни мамы, ни папы, ни сестер. У него большая семья была, у него было два братья, три братья. И две сестры. Mm-hmm. Всех он один остался. Они вам привезли маленькие подарочки из Америки. Do you have good eyesight or do you need reading glasses? Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вот эти очки могут подойти вам? Ну, бачу трохи. Try this one. Посильнее немножко. Is that good? Я це бачу. Yeah? Do they celebrate Passover? Do they have a Seder? Праздную Пасху, все праздники. Yes, they celebrate Чим only Holidays. І Янки, перехіто, що... No, it's got three for the matzahs. Печем з мочі кегелих, вона знає, що це, кегелих. Yeah, we'll make кегелих from... Сідничками, yeah, 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 yeah. На Пасху ми це робимо. У мене є такі от посуду, а тепер я винесла на гору, от, щоб хліб туди не попав, тому що хліба я не кушаю на Пасху. Mm-hmm. Діти, коли українська Пасха, так вони приносять мені яєчка, ось ці покрашені. Mm-hmm. А коли наша Пасха, я їм несу мацу. Я не знаю, ми жили дружно. They were all friendly with each other. Прошли года, все. Старість. Нічого не зробиш. Goes fast. Быстро проходит, правда? Да. Быстро. А назад нельзя. Це що? Это звезда Давида. I can't reach. Давайте я вам. Сейчас я вам надену. I put them all back in the, they might be in another bag. Did you see them? Mm-hmm. How long was he at the front? Сколько вы лет были на фронте? Все год? Пять років. До кінця війни. 41-го по. Were there lots of Jews in his battalion? Мало. Little, few. Там, може, 30 скільки в нашому полку. Ну, ви що-небудь таке чувствовали, як антисемітизм тоді, во время війни? Там війни не, я не чувствував no, нічого. During the war, he didn't feel anything. До мене хорошо відносилися. Everybody командири, все. Treated him quite well, commanders, soldiers. Did he know at the time, when he was at the front, that there were that there was mass killings all across his homeland? Вийшли. Yes. А с кем вы вместе начинали воевать? Кто-нибудь вместе с вами до конца дошел? Да, я до конца этого, этот, были этот, из Сибири хлопцы были. There were people from Siberia and others, there were a lot of them. А где вы были, когда закончилась война, когда узнали о победе?
Победил этот в Австрии, консул в Австрии, консул победил. Вот, а потом завтра мы вернулись назад в Румынии, еще год в Румынии служили. You didn't know the extent of the millions that were killed, did you? Что миллион? Я слышал. I heard, but of course I didn't imagine. There were collaborators in Bazaliya, yes? Были шустрые. Так шустрые их называли. И полицаи. Полицаи. So after the war, what happened to these people? Шустрые расстреляли их. Некоторых судили. Some of them were sentenced. Много было в этот. Taken to court. По 10 лет. Сидели. They got so. Самое главное, шустрые здесь тут партизаны зашли и их сразу расстреляли тут. Okay, the war is over, but you're one of the few families who are Jewish who are still here, right? Не было никого на судне. Did you feel animosity from the townspeople? Не знаю. К нам относятся до сих пор все время по-хорошему. When you were evacuated, did you take anything? Ничего. Дали под воду на три семьи и все. Как вышли, так и поймали сохранение, никто ничего дома нашего не было. Вот. А то я же говорю вам, что мы пошли до маминого брата в дом. То там уже жил прокурор один и еще один. Так они сказали, что прокурор останется, а этого выселять, а вы, значит, сидите. Мама сказала, моего брата всю семью уничтожили, а теперь я не имею где быть. Так они прокурора оставили, потому что не было где его, вот. А этого высадили. А мама моя, она вроде не, я не знаю, что она окончала, но она грамотна была как-то, вот. Она написала в Киев, и пришло, чтобы освободить всю квартиру и нам отдать. И нам отдали квартиру, и мы там жили. А потом мы этот дом разобрали. И нам отдали все с этого, то мы построили сарай с этого, то мы этот дом, значит, и мы сами своими руками этот дом построили. Покрывал сам, крышу сам покрывал, я на одну крышу. Я была уже в положении и пошла к яме там, где глину надо копать. Копаю, а люди идут, мама еще жила тогда, идут к маме и говорят, как же так, что она копает, а если она упадет в яму оттуда, ну, там, и что с ребенком? А мама говорит, а кто поможет? Она, нет никого, у меня не остались ни братья, никто, а что я должна делать? Mm-hmm. Сами копали, сами делали, сама воду таскала, и все, и мы построили маленький. Ну, все время, ну, тут уже большие дома люди настроили, но нам хватает. Вот, то... And the walls are actually clay and straw? С глиной соломы, да. Yeah, they are. Yeah, they are. Wow. Собами такой домик. Ну, my grandfather's house, I mean, 100 years ago was exactly the same. Mm-hmm. And sometimes in a storm a wall would fall down. Ну, тогда еще никто... Может, было несколько домов, что с кирпича. А у вас есть с фронта награды, да? Yeah. Да? Oh, great. Can you tell us what is written here? Oh, man, this is so great. Mm-hmm. А вы можете нам рассказать, что какая медаль обозначает? Ой-ой-ой. А? Скажите, пожалуйста. Это ордена. Отечественной войны, это День Победы. Yeah. This is, I think, one of the main orders of the Great войны. Patriotic War. And this is for the victory. Uh-huh. There are different medals for the victory. Медали є за победу, за liberating of Belgrade, Yugoslavia. This is with the face of Stalin. Our deed is righteous. We will win. And something is written here also. This is for victory over Germany. Okay, here we go. This one is for Georgi Zhukov. This is just the Jubilee Medal, 1965. It's for the Torah. Это тоже Тора. Символ Торы. This is Ukrainian to the defender of Ukraine. Скажите, пожалуйста, как вы считали во время войны годы эти? Были бы это великое, этот было трудно с него, например. Был этот самый страшный бой, был этот
и на Курскую этот. Курской дуге, да? На Курской дуге. Mm-hmm. Там самое страшное было. Вот. Ответчиком был. Курск? With the tanks? Да. Там были танки, все, да, шли? Все. Там были самолеты, танки. Все. Tanks and planes. As far as you could see. Там mm-hmm. темно было. Там меня ранили. Там, I was wounded there. Вот. Вот. Может, вы садитесь, будет тяжело. Садитесь, может быть, нет? Ничего. They called ambulance at night. He felt very bad. So он рвался туди на Москву, другий раз. Через Орловскую Курскую дугу. Okay. Там страшно было. Ну хорошо, страшный. Но самое главное. You have photography of the mama? А у вас нет фотографии с мамой вашей? Не маю, нет. What was her name? А как маму звали? Пеша. 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 And the mama's mama? А бабушку? А бабушку? Я не помню бабушку. He doesn't remember. Я мама звалася Чужа. Або даже не Чужа, а як вона? Шейва Бейли. Так її називали. Бейли? Так. Шейва Бейли. Але потім щось перейшло на Чужу, так щось її називали. От. А бабушка Хонорівка. 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 По два імена теж звали по два. І її вели на розстріл. Видят, что я не дойду, она не дойдет туда, куда вели на расстрел. Взяли дорогу прикладами. Она приготовила себе одежду, она приготовила материал белого много. Она знала, что ее уведут, что одевают у нас на... Когда умирают, так убивают белым материалом. Вот. Шьют все белое, и рубашку, и чулки белые, и все-все. Так она знала, что ее поведут туда, так она нам рассказали, что она обвела себе тут под одежды, все обвела белые, что пусть считается, что то... Look at that. Что, плохая? Шейна. А? Шейна. Надо было язык все равно иметь еврейский, а не все американское отдать. Идиш надо было. Но вы и по идиш не понимаете тоже. И паштейс написал идиш. А, паштейс? А, немножко. Look at him. He's a big guy, strong, forte. He was a nice guy. He's still a nice looking guy. Mm-hmm. И сейчас очень хорошо выглядит. He's very handsome. Очень красивый. Красивый? Yeah, mm-hmm. right? Шейна. Yeah, Шейна and Красивый. Юра. Nice day. Честно говоря, погода ухудшается, mm-hmm. дорога ухудшается с каждой минутой. Yeah, we'll quickly do this and then have some tea and we have to leave. А мама вдова мама, больна. І нас взяла всіх так, як квочка курчат. І їдем, куди їдем, де їдем, що їдем. Правда, колхоз давав, давали такі, значить, нам, в общем, на проїзд, давали все, як не може бути. З колхозу присилали підводи і спасали людей. А деякі доїхали до Купеля тут, от, вже перед Базалією, і кажуть, чого ми поїдемо, покинемо хати і все, а хто нас зачепить? Ніхто не знав, що таке буде. Взяли і вернулись. А ми не вернулися, ми взяли і поїхали. Їдіть чесно тарілку. Нормально, спасибо. Не переживайте за мене, я не пропаду. So they, все нормально. They really had a lot of trouble while traveling. Все нормально, спасибо. With their mother. Do they speak Yiddish to each other? А ви вдвоем говорите на Yiddish? No. No? По-українськи. In Ukrainian. Одвикли. Нічого не виходить. Not used to. По-українськи говорю. Я розумію так, розумію, я говорити. But their first language was Yiddish, yes? Я ж 5 років в армії, там все по-русски. Ви не знаєте? Ми ще до того. Діти пішли в школу. Українська школа пішли. Вот. Вони бували, як ну, часом ми вдома говоримо з мамою, то вони кажуть, що ви не говорите по-людськи. І все, і перестали, і всі почали говорити по-українськи і так до сих пор. Є ли какой-нибудь секрет щасливої жизни? Секрет?
Який може бути берем секрет? Наші ніякого секрету, ми тільки любимо один другого до сих пор і все. We still love each other. Ось такий секрет, що ми в такому возрасті, все одно ми один без другого не можемо бути. Один другого жалує, все. Я тільки кажу, щоб я вмерла раніше, але тільки щоб я його не хоронила, бо я не витримаю. А такий уверен він був, все время. I must die earlier. Because I wouldn't stand to bury him. Спасибо вам велике. Дай вам Боже здоров'я, щоб ви там жили, щоб. І щоб ви ще приїжджали. Мамала, зай газунт. А, зай газунт. А то знаєте? Трошки вона знає, так. Да. Ну, спасибо большое. Вам до свидання. До свидання. This is Bazaliya. These are the last Jews in Bazaliya. Ну все, хорошо. До свидания.